Сейчас говорят, патриотов могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкаем и патриоты. Там нужно будет тогда что-то вместо патриотов ставить. Нужно разрабатывать новые системы. Это сложный, длительный процесс. Все не так просто. Ну, а что касается патриотов, это достаточно старая система. И она не работает так, скажем, как наша С-300. Ну, тем не менее, ведь... Те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делают это зря. Это просто затягивание конфликта. Вот и все.